Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Дарт. И сегодня я бы хотел вам показать обзор на скин-пак. Как сказать, я купил скин-пак, то есть пакет скинов, то есть теперь у меня можно менять раскраску, ну, внешний вид как динозавров, так и людей. Игру я вот купил как раз, Extinction, пока что я игру никакую показывать не буду, потому что тут еще вышел какой-то survival мод, что ли, новый вид, новый режим карты, боя какой-то, я не знаю. Это мы его позже опробуем. А пока я вот кастомизейшн. Вот, значит, тут всякие оружия. Пока что у меня тут ничего не доступно, к сожалению. Портфайндера и ученого я внешний вид пока что у них поменять не могу. Могу поменять вот внешний вид у команды. То есть теперь он выглядит как пилот Соединенных Штатов. Ну вот, стандартный, который в игре доступен. И вот оригинальный пилот команды. То есть, видимо, оригинально он так задумывался. О, можно даже оружие поменять. Классно. Вот этого я не знал. Так. Ага, классно. Гранату. Что еще есть? Так, бандана и шлем. Ну, это, мне кажется, он и так в костюме, то есть можно как бы отдельно. То есть вот, допустим, поменять. А шлем что? Понятно. Так, что тут еще у нас есть? Больше ничего, да? Также можно поменять нашего пиромана, то есть вот стандартный. Вот так вот он у нас выглядит. Ну и вот новенький. Ну, точнее, старый, оригинальный, как говорится. Выглядит, конечно, не гораздо лучше, но одним и тем же, как говорится, играть все равно уже надоело. Коктейль молота, не знаю, граната, по-моему, лучше. Вот, оригинальная еще спина. Так, тебя прокрутить можно? К сожалению, его прокрутить нельзя. Это плохо. Это плохо. Так, также поменялся внешний вид у нашего загонщика. Вот стандартный, который, мне кажется, нравится всем, не только мне, больше, чем вот этот вот какой-то агент. Спецагент. О-о-о. Прям, не знаю, не грози Южному Централу золотые, блин. Офигеть. А уж. Да, ничего особо тут больше нет. Самое интересное, это, конечно, динозавры. Начнем вот с тиранозавра. Вот давайте стандартный тиранозавр, вот, который и в оригинальной игре, и, ну, как говорится, Primal Carnage в обычном, и Primal Carnage Extinction. Так, ну вот, это у нас оригинальный Хедлик какой-то. То есть окрас, в принципе, у них классный, то есть ребята постарались, кто новые скины для них придумывал. Хорошо, когда их много, то есть можно выбрать обсидиановый тиранозавр, пожалуйста. Так, что тут у нас еще есть? Лимонный какой-то. Лаймовый. Ну, вот такой, кстати, зеленый мне нравится чуть больше, чем обычный стандартный красный. И вот Battle Scared Rex. То есть потрепанный в боях тиранозавр, какие-то у него царапины всякие. Нравится мне не очень, мне нравится Вулкана Рекс, которого, к сожалению, в пакете в этом скинов не было, то есть его отдельно можно приобрести. За сколько-то? За 200 рублей, по-моему, или за 150, но я этого делать не буду, потому что весь этот пакет скинов на первую и вторую игру, как бы, стоил мне всего 230 рублей. По-моему. Всего 230 рублей я потратил на такой огромный пакет скинов, и зачем мне ради какого-то одного тиранозавра тратить деньги? Вот, значит, спинозавр. К сожалению, скинов к нему не придумали. Как ракантозавру тоже ничего не придумали. Кстати, надо будет потом найти режим, где можно за, ну, либо за него поиграть, либо посмотреть, как он вообще в игре выглядит. Так, вот давайте посмотрим наш классический новораптор. То есть это не велоцираптор, это новораптор. То есть на этом острове такой вот, видимо, какой-то генно выведенный вид размером с велоцираптора из парка юрского периода. Так, вот оригинальный Savage, сбежавший, который был в ролике Primal Carnage Extinction Genesis, точнее, Primal Carnage Genesis, если кто помнит, кто видео видел, трейлер, там вот, по-моему, вот такой раптор сбежал. Ну,
Вот этот внешний вид мне нравится пока очень. Я, наверное, красный не оставлю. Этот полосатый, оригинальный Ivis трапетный Raptor. Нравится мне тоже такой полосатый, то есть оригинальная такая раскраска. Но все равно, вот пока что вот этот красный выруливает. Это тоже хороший, но он скорее... Ну, это окрашен как змея, Snake Skin, то есть змеиный окрас. Ну, не очень, если честно, это на любителя, мне кажется. Ну, вот стандартный темный, который, видимо, в обычном Primal Carnage. То есть такой же, как это, только темный. Так, Primal Games Новораптор. То есть вот это тоже красивый. Первобытный такой. Ну, очень хорошо. Но мне пока что только красный, если честно, нравится. Ну и вот этот вот у нас. Да, смотрится классно, конечно. Когда есть скины, хоть можно выбрать как внешний вид. Так, Авираптор. Вот, значит, стандартный. Мне нравится тем, что вот здесь вот оперение такое цветное. И гребень вот так окрашен. У второго, оригинального, синего, у него здесь такие пятнышки. Мне это не очень нравится. Но вот, если посмотреть сюда и сюда, то... То есть перья на передних лапах и на хвосте, они гораздо лучше смотрятся. Вы сами посмотрите вот эти точечки. Так, оригинальный вот еще такой Авираптор. Это, конечно, красиво, вот особенно вот здесь, но мне кажется, выруливает либо второй, либо первый. Третий мне не нравится никак. Дальше, Птеранодон. Вот стандартный зеленый такой у нас. Вот, тоже красный такой вот. Ну, мне, если честно, вот Велоцираптор красного цвета такого оранжевого понравился, а вот Птеранодон не очень как-то. Вот этот уже более-менее, то есть... Смотрится хорошо, конечно. И теневой Птеранодон у нас. Так, вот Топиара. Или Топижара, кому как удобнее. Так. А, Тупандактиль. Это не Топиара, это Тупандактиль. Путаюсь. Извиняюсь. Так, ну вот стандартный, да? Ну, хорошо, конечно. Вот так вот, оригинальный тропический, который присутствует в Primal Carnage, в обычном там. Но в отличие от Primal Carnage, здесь я могу заранее выбрать окрас, а там можно во время боя, то есть выбрать, поменять окрасы. Если попросите в комментариях, то я по обычному Primal Carnage запишу видео, где вот бегаю динозаврами в различных окрасах. Ну вот, и вот этот, по-моему, самый лучший вот пока что скин, который есть на Тупандактиле. Так, дальше идем. У нас Дилофозавр, вот классический, который да, неплохо выполнен, если честно. Оригинальный зеленый, нравится мне меньше, если честно. Так, оригинальный ядовитый Poison. Еще Дарт, во, Дарт Дила, все это. Мой окрас теперь, Дарт Дила. Классно. Темный Дилофозавр. Так, токсический Дилофозавр, токсик. Ну, такой, конечно, оригинальный окрас, но, блин, было бы можно их еще прокручивать. Какие-то пальчики у них у всех толстые, и когти на них маленькие все какие-то. Фиолетовый, ну, это вообще ни о чем. Вообще, посмотрите, он просто никакой. По-моему, вообще самый неудачный. Стандартный окрас, это лучше смотрелся. Вот еще такой есть. Но пока что, если честно, мне понравился больше Дарт, вот этот. Poison Dart. Так, дальше идем к Криолофозавр. Вот оригинальный зелененький такой. В принципе, неплохо сделан. Потом вот есть оригинальный ледниковый. Чем мне нравится вот это, то что вот у него здесь маленькие такие гребешки, они окрашены другим цветом, и их видно. И здесь такие мишени, как бы, видите. Это смотрится круто очень. И еще один есть у нас. Этот окрашен как зебра и вообще не смотрится, если честно. Не видно вообще, где глаза, где чё. Возможно, как маскировка, да, он сработает, но... Не знаю. Пока что мне нравится вот оригинальный ледниковый, если честно. Так, ну и последний, это у нас... Карнотавр, вот стандартный. Вот такой еще есть у нас. Ну, тоже не очень, если честно, вот. Как лягушка Фрог. Фрок, лягушка, так, ну вот, более-менее, если честно, вот я, наверное, такое оставлю. И последнее, это кровавые рога, ну, хотя вот этот круче вообще, вы смотрите, у него такое все красное, такое действительно страшно выглядит. Так, ну вот, инвентарь, вот, допустим, Портфиндер,
А, так это стандартный. Я думаю, что это такое вроде. У меня он есть. Да. Так, это что? Теперь давайте all посмотрим. Так, ну что ж. Вот стор. Видите, вулкан Рекс 150 рублей. Но это самый лучший скин, который есть, поэтому он отдельно покупается. Также можно купить лабораторного ученого. Это уже, по-моему, будет мужчина, а не женщина. За 126 рублей, но это, не знаю, это может кому-то и надо. Ну, топ-антактиль я уже приобрел. Вот скинпаки я, по-моему, сразу все купил. Да, ну, собственно говоря, все. Это был такой обзорчик, то есть на скины. А в следующем видео по Primal Carnage я вам покажу survival мод. Там, я не знаю, если честно, вообще не представляю, что там и как. Ну, а посмотрим. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Вы решили, стоит ли покупать этот скин-пак или обойдетесь стандартными окрасами. Надеюсь, я вам помог в этом решении. Ну что ж, с вами был Darth Sidious. Всем удачи, хорошего настроения. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!